Мужские страдания. Мужики у меня хорошие весной в саду цветочки. Еще лучше бабушки весной. Ой, Матрёна, Матрёна. Я прям вся гору, как вулкан гору. Гляди, как у меня сердце бьется. Вон, руки трясутся. Ты что, с бодуна, что ли, цветочки? Я не пойму. Знаешь, что мне сейчас нужно? Чего? Вот гляди, все у меня есть. Дом ну, есть? Ну. Коров есть? Ну. Кровать есть. Двуспальная. Ну и что? А я одна. Вопрос. Что, нужно бабушке цветочку? Раскладушку, что ли? Пришел раскладушку. Мне нужен он. Большой, теплый, светлый. И чтобы каждый день нежные слова говорил мне. Телевизор, что ли? Ну ты тупая. А что ты делаешь-то? Что объясняю. Ну? Две руки, две ноги, посередине гвоздик. Погоди, что ты... Ты что мне мозги морочишь, цесочек? Тимоша, а что ты издеваешься, что ли? Что, не думал уже, нет, все. Ну, как же ты что загадками говоришь-то? Напряги мозги немножко. Ну, как же ты что нужно женщине для счастья-то? Корову, что ли? Пфу. Мужчину. Батюшки. Ты что, как озабоченный-то, я не... Вот сколько я тебя лет знаю, ты все время мужчина. Ты что? Мила моя, на дворе весна. Ну что же? Каждая женщина весной с ума сходит. Ой, тогда извини, конечно, цветочек. Весна у тебя круглый год. Нет, не круглый. Не круглый. Просто у меня сейчас весеннее обострение. Да ты чё? Я прям вся горю. Ой. Муси-муси, пуси-пуси, милый мой, я горю, я вся во вкусе, рядом с тобой. Муси-пуси-пуси. Ты чё делаешь? Тебя изолировать надо, бессовестная. Тебе же 75, постыдись. Ну и чё? 75, бабка-девочка опять. Чего? То есть это, конечно, ягодка опять. Ягодка? Как это ягодка? Урюк ты сушеный, изюм, ягодка. Я не урюк. Я Клавдий Цветочек. Цветочек? Поняла? Вот ты расцвела на старости лет, Цветочек. Маленько уж веди себя отстойно, то есть я достойно. Ну чё ты? Расслабься немножко. Весна на дворе. Давай немного пошалим, чё тебе? Ну, если ты такая шалава, то давай маленько пошалим, давай. Только знаешь что? Ты мне сначала про свои похождения это расскажи, расскажи. Что больше? Ничего, расскажи. Кто сказал-то? Все говорят. Интриги! За деревню говорит. Ложь грязная. Ничего не ложь. Рассказывай. Не было ничего так облома одни кругом у меня. Да ты что? Рассказывать не хочешь. Давай я лучше тебе спою. Ну давай. Смотри. Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Парня полюбила пару раз в бреду. Оказалось, энта пугало в саду. Гляжу, у меня в огороде-то все пугало в губной помаде, а? А я что, виноват, что ли? Ночью мужики все на одно лицо. Все равно меня кто-нибудь полюбит, обязательно полюбит. Гляди, какая я нежная, красивая, сексапильная вся. Ой, сексапильная, а у нас во дворе есть бабулька одна. Про меня. Как березка стройна, как цветочек нежна. Только нахрен она никому не нужна. Вредная ты. Поэнту тебя никто не любит. А тебя прям все обожают, да? Ничего. Прям все трясутся над тобой. Все любят прям тебя. Ничего, да? Полюбят, полюбят. Я в эндамичи объявление в газету послала. И что же? Молодая, страстная, на все согласная. Аба. Ищет своего принца. Позвони, научи меня плохому. Матрён, правда, я телефон твой оставила? Чего? Ну, мой все равно отключили. Что делать было? Так это ты, сучка ты крашена.
Ну, почему это крашено? Это мой натуральный цвет. А я-то думаю, дура, все время какой-то маньяк звонит и начинает. Сначала я расстегну одну пуговицу на твоей блузке, потом я расстегну вторую пуговицу на твоей блузке, потом я расстегну третью пуговицу на твоей блузке, потом я говорю: сынок, ты что такой занудный? Ты уж блузку сняла давно. Батюшки, интересно, ты как еротика. Еротика, вот а так. А что вот дальше-то было? Вот, слушай, я тебе спою сейчас. Сняла решительно чулок поношенный, стянула тапочки, сняла чепец. Ему сказала я: давай, хороший мой. С кровати грохнулась, и все, конец. А, та же история, все одинаково. Так аж фигня и у меня недавно была. Гляди, старый дед, старый дед, старый дед ко мне пришел. И я споткнулась и упала на кушетку. Отчего, отчего, отчего меня трясет? От того, что я уткнулась лбом в розетку. Удивляться-то. Про тебя в деревне даже в песню сочинили. Как вы что? Вот, слушай. Шумел камыш, деревья гнулись. Про меня, про меня. А ночка темная была. Одна проказница старушка по речке голая плыла. Ну и что, ну и что? Уж я люблю купаться в костюме Евы. Ой, ой, в костюме Евы. Извини, конечно, твой костюм Евы нужно ушить и кое-где подлатать. Рыба зато клюет, знаешь, как после моих... Какая рыба? Знаешь, вот голод плавал, аж все рыбы аж кверху пузом вот так плавали. А как мужиков-то заманить? Как? Не знаю я других способов. Слушай, я вон слыхал, знаешь что? Путь к сердцу мужика лежит через желудок. Ага. Да. Вот ты по этому пути всю жизнь не топаешь. Да что? Он аж тапочки все стерла. Да что ты ничего говоришь? Пошла через желудок, застрял в печенках. А я, между прочим, более короткий путь знаю. Ой, ну-ка расскажи, что за путь такой, я послушаю. Ну, давай. Ты что, с ума что ли сошла? Ты откуда знаешь? Слова такие, откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Внучка сказала. Да ты чё? Она у меня много что знает. Как-никак уж в пятом классе. Ну, сейчас же большая. Да. Ну, чё, самое главное, чё, мужики? Чё? Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Ну и, конечно, чтоб по мужской части был не последний лох. Это правильно. Это как, знаешь, не последний лох? А ну, да, ишь, я тебе рассказывала про сеновал-то. Ну? Так ты знаешь, Матрёна, сколько у нас в деревне лохов? Конечно, знаю. Ты чё, мне даже не знаю. В смысле, имеешь в виду много лохов-то, да, Цветач? Да нет ее любви, ты ищу я везде, а ее нету и нету. Брось, брось, перестань, что ее искать, сама придет. Как в песне поется: любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый дед весною станет удивительно хорош. Да, да, матрешь, матрешь. Извини, весна, что на уме-то на языке? Ладно, Цветок, не переживай, хорош. Как говорится, будет и на нашей улице панихида. То есть это... Фу на тебя! Будет и на нашей улице праздник! Ой, Матрёнь, как хочется праздника! Широка моя кровать, 20 лет как не скрипит. Ой, не буду горювать, так сердючка говорит. А в деревне мужиков до первых петухов мы поем лишь про одно, про любовь, про тебя, про забытые дела, до боли все, о чем мечтаем мы с весной. Ой, ой, про любовь.
Спасибо. Мы рыбачить сейчас будем. Опа. Ну что, клево здесь место-то, не? А? Он вас сколько на наше рыбное место прибежал? А. Опа. Явилась. Я думал, ты опять не придешь. Это я позавчера просто на свадьбу ходила. Ага. Веселилась от души прям. Да. Мадрёна, давно хотела тебя спросить. Ну? А вот почему все-таки невесты всегда в белом, а женихи в черном, а? Ну, это типа... Ну, типа, победа сил добра над силами зла. А, вон что. Ну, типа, ага. Ага. Понятно. Да. Слышь, прикорми-ка, маленько, что-то не клюет, вообще клево никакого. Да? Вообще не клюет, маленько, прикорми. Ловись, рыбка большая маленькая. О, давай, да. Вот. Ловись, рыбка большая маленькая. Вот, хорошо, ага. Ловись, рыбка большая маленькая. Хорошо, ага. Ты слыхала, племянник мой, Андрей-то? Это который сантехником работает? Ну да. Его из больницы увезли. Все, дорыбачился? Да ты что? Ой, не говори, не говори. С ним такая история рыбацкая произошла. Ой, ужас, ты что, не знаешь? Нет, вообще не в курсе. Слушай. С причала рыбачил сантехник Андрей, а напарник ходил по воде. И от этой картины Андрей офигел, он такого не видел нигде. Как ты делаешь это, скажи мне скорей, заикаясь, успел он спросить. И ответил Витюха: спокойно, Андрей, попытаюсь тебе объяснить. Видишь, там на воде толстый слой вещества. Это твердое вещество называется лед. Он на этой реке уже месяца два. Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе, идиот! Ой, не могу! Ну, а чё удивляться-то? У тебя ж вся родня такая, как будто пыльным мешком стукнутый, ей-богу. Слышь, я у тебя, бабушка, давно хочу спросить все. Ты вот в детстве симпатичная была? Или как сейчас? Что такое, а? Что такое? Что такое? Что-то-то-то-то. Погляди на себя-то. На кого ты похожа-то? Сморщенная вся, как урюк из компота. Смотреть на тебя противно. Ты не гляди на меня. Не главное, на поплавок на свой гляди, поняла? Вот так вот. На поплавок гляди. Зато мне от мужиков отбоя нет. Ой, отбоя нет. Вот так вот. Вчера он один привязался, еле отбилась. Это кто такой? Да, маньяк какой-то. Слепой? Это что такое, ешь, а? Ничего. Ты погляди на меня, я ж как девушка. Ой, ой. Девушка, лучше уж быть молодой бабушкой, чем старой девушкой-то. Слышь ты, чувак, кегля. Ты вон за своим потомством гляди, товарищи. К ней внук приехал из города с женою. Так лаются каждый день. Вчера весь вечер брехали. Я что слыхала? Что ты слыхала? Ну что ты слыхала-то? Это просто Леонид Анжелке рассказывал про местную рыбалку. Жаловался. Чего он ей рассказывал? Чего рассказывал? Вот слушай, что он ей рассказывал-то. Знаешь, Анжела, мне надоело, что не клюет, а жаль. И не случайно, хоть и печально, вымерла вся кефаль. Летнюю ночь до рассвета я не сомкну глаз.
все бесполезно, клюнула хоть бы раз. А ты слыхала, что она ему отвечала-то на это? Слыхала. Ну-ка, наиграй. Давай. Капельку в мои глаза, как рыбак сегодня ты упал. Посмотри-ка на других, ничего опять ты не поймал. Брось ты поплавки эти и поставь колень сети. Сделай первый шаг, будь же посмелей сейчас. И будет все в твоих сетях, все в твоих сетях, все в твоих сетях. Ты слышишь, все в твоих сетях, все в моих сетях. И даже я. Ты знаешь, я тебе, честно говоря, прям скажу, устала я от их вот этих вот разборов-то их. Прямо у меня голова болит. Голова болеть не может, она же кость. Ой. Ты сейчас подколол, что ли? Это подколка сейчас, что ли? Ага. Этой подколке лет 200 уже. Подколола она меня. Ой, я не могу. Я спать не могу! Снов нету! Ладно, хоть по ночам стихи пишутся про рыбалку хорошие. Вот одно из последних ты рыбацких. Ну-ка. Сейчас послушай-ка. Плыл по озеру карась. Жирный был. Такая мразь. Прятал вяткую душонку в чешуёвую рубашонку. В общем, был как красок, как колхозный боровок. Да, пожалуй, не так. Был карась, как добрый хряк. Плавники, слоновьи уши. Ты не веришь, так не слушай. Если б раз один старел, ну что ж, по-твоему, он мелкий? Я увидел, блин, белуга, вот такая вот зверюга, морда красная такая. И орёт, я погибаю. Отпусти меня, рыбак. Я говорю, ты что, дурак? Ты раскатал. Я зачем тебя поймал? Жрать-то нечего в натуре. Хоть карась во фритюре. Он кричит, ты понимаешь, может, что не догоняешь? Я карась-то непростой, я из сказки, блин, золотой. Думаю, конечно, врет толстый мерзкий кошелот. Отказался отпустить. Не голодным же ходить. Молодец. Хороший. Ты знаешь, Матрён, мне снятся сны. Батюшки, как эти сны снятся. Ты знаешь, как в видеосалоне прям. Ой. Мелодрамы, комедии, боевики, порно. Чё? Вот это последний. Чё еще расскажи? Ну, ян-то. А. Политико-общественно-русконациональные опусы. А. Сокращенно порно. Ну. Ага. Discovery Channel. Я продвинутая. Ну, понимаю. Ты знаешь, а мне кажется, тебе в основном ужастики сниться должны. Причем с тобой в главной роли. Это почему это? А потому что ты на Фредди Крюгера похожа. Вот это вот, кошмар с улицы Вязов, пятая часть. А что тебе на Фредди Крюгера похожа, а? Ну, не хочешь на Фредди Крюгера, давай ты будешь Гарри Поттер в старости. Причем это самка. А зато мне снятся сны. Ой. Ну вот-вот, расскажи, что тебе сегодня приснилось? Мне приснилась речка Лондона. Там ее все Темзою зовут. Я ловила там на мотыля. Ни заморочки, без живых червячочков не поймаешь никак. А видно, ты этой ночкой докатилась до точки.
голове одни кочки. Ой, Матрён, как же так? Мне кажется, не будет здесь сегодня клёво. Вон сколько народу набежало. Ой, не говори. Товарищи, вы сюда и не ходите. Это наше место. Это наша река. Ау, реки, ау, реки, ау, реки. Рыбачат рыбаки, рыбачат мужики. Ау, реки, ау, реки. Рыбачат рыбаки, рыбачат мужики. Прямо певица смотрела одну по телевизору. Ага, и что? Она так интересно танец живота показывала. Да ты что? Ага. А ну-ка, покажи. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Нет, мне кажется, это ты не очень животом как-то делаешь. Да? Хотя уж красиво, мне нравится. Подключайся, старушка. Давай. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Налево, направо, кругом уположался, как фамилия. Что такое? Молчать! Смирно! Ноги вместе. А мне плевать, что кривые. Вместе. Рот на ширине плеч. Это у тебя рот такой или плечи? Носочки подтяни. Значит так, бабушки. У меня для вас отличные новости. Вы сегодня же отправляетесь на сборы. Чего? Ну какие сборы, сынок? За грибами, что ли, имеешь в виду? За какими грибами? Куда сидеть? Рыжий, сырой, сухой, мохнатый, свинухи. Сам ты мохнатый, сморчки. За какими грибами-то? Это военные сборы, понимаешь? О, военные. Это не перепутал. Как, это вы не к нам. Не туда пришел. Мы же не военные. Что значит не военные? А конечно. Кто ж пойдет? Ты что, молодые, что ли? Парни. Посмотри, какие молодые, они худые, кривые, косые, больные. От армии кося справклипы достают. Никто служить не хочет. Сына, мы же старенькие. Конечно, ты старенькие. Старенькие. А когда я сюда пришел, плясали, как две молодые козы. Бананы, кокосы. Оставить. Костями гремите в блоке НАТО, слышно. Значит так, бабушки. Сегодня же отправляетесь в часть. Все, 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 ты что здесь? Сынок, я тебя должна предупредить, у меня здесь эрогенная зона. С огнем играешь, сынок. Я тебя умоляю. Отставить! Будет... Вы что, с ума сошли, что ли? Yes. Военные сборы. Серьезная вещь. В конце сборов вот тебе, бабушка, присвоит очередное звание. Походи... Сказала, звание присвоит мне. Погоди, тут стоп. Извини, пожалуйста. А что ж такое получается? Если раньше все ее звали Клячей. Да. Чего? Погоди. Значит, потом ее будут все звать Староклячей, что ли? Нет, потом ее все будут звать бабушка и фрейтор. Подвезло. Что ты обзываешься-то? Ты сам в каком звании? Что ты мне тут... Да мое звание самое настоящее. Настоящее? Да, полковник. Настоящий. Отставить смех. Настоящий, не настоящий, а сегодня я для вас инструктор.
И буду с вами проходить подготовительные занятия. И запомните, бабки, я из вас сделаю настоящих мужиков. Товарищ полковник, а когда отбой? Действительно. В постель только через мой труп. А я согласна. Отставить. Товарищ сынок, то есть это... Товарищ полковник, вопрос разрешить? Валяй. Ага. Автоматы дадут? Меня тоже интересует этот вопрос сильно. Таким, как вы, автомату не полагается. Чего? Почему? Стой, строй! Будете уничтожать противника голыми. Голыми! Я говорю, будете уничтожать противника голыми руками! Для начала будем учиться отдавать честь. Ой, не могу, сыночек, ты кого собрался учить честь отдавать? Мы же это еще в юности проходили, миленькая. Ты извини, конечно, как говорит, ты еще был в животе горошиной. Мы уж флиртовали по-хорошему. Да и был кому отдавать. Тебе что ли? Что сюда? Что такое? Вы там изучали, меня не интересует. Запоминайте, салаги. Честь отдается путем приложения кисти руки к виску головы, вот так. Да. Пустой голове, руку не прикладывают. Это что, все, что ли? Сострой! Да что ж ты врешь? Это что, все, что ли? А что ты еще хочешь-то? А поцеловать? Отстань! Набычилась. Да, давай, начинай, давай. Значит так. Смотри. Показали бы мы тебе, как у нас в деревню честь отдается. Да жалко нам тебе. Конечно, жалко. Чей? Сейчас будем изучать, как надевать эти резиновые, эти... Третьи... Но мне не надо, сынок, противогазы. Хотя вам действительно не надо. Ладно, тогда сразу перейдем к рукопашному бою. Значит так. Вот ты, здоровячка, иди сюда. Ну давай, ударь меня, давай. Шибани его. Давай, сынок, ты хорошо подумал, сынок. Ты уверен, что тебе это надо сейчас? Давай, давай, ударь меня. Я тебя предупреждаю, я все болевые точки знаю, сынок. Давай, давай, давай. Ну гляди, сам напросился. Объясняю. Удар называется «Поцелуй пьяной бабушки». После энд-удара человек не имеет ее обездвиживаться. А потом сразу падаете. Сразу падаете? Сразу. Вот хорошо, молодец. Все хорошо. Взяла, убила полковника. Давай, ты что делаешь? Что там? Из ней уничтожила элиту нашей армии. Да, да ладно, вставай, давай, что поднимай, ты? Поднимай, крепко, давай, что поднимай, ты? Поднимай. Вставай, о, давай. Хороший удар, бабушка, молодец. Ну тебе эти навыки пригодятся. Пригодятся, встань в строй. Ну почему? Я говорю, встань в строй. Не трогай ее. Не трогай руками. Пригодятся ли тебе эти навыки для борьбы с дедовщиной? Чего? А вот тут стоп. У меня вопрос к тебе накопился. Это ну, что давай, такое дедовщина? Это что такое? Ну-ка, объясни. Дедовщина? Да. Но это вот когда ты одна, а вокруг тебя много дедов, и все к тебе пристают. А ты что ж ты? Ты что ж раньше не сказал? Ты что не предупредил? Что ж ты раньше-то не говоришь, а? Мы согласны. Веди нас, а даже живьем не уйдут. Мы не боимся. Равнясь! Смирно! Песню запей! Солдаты, матросы, казарменный рай. Стоит только захотеть, можно и звезды у инструктора с попом.
Терминатор. Ты что стоишь, не стесняйся, иди садись. Говорит, петь не умею. Надо маленько показать. Сейчас маленько что-нибудь. Ну ты что меня позоришь-то, господи, зачем ты этого... Ба, ты зачем рыболовную сеть покрасил и одел на себе, а? Это что такое у тебя? Ты что сделала с собой, а? Убогенькая. Зачем это тебе нужно все? Что ты у меня унижаешь-то? Ну а что, ну погляди, ну, погляди, опусти мужчину... юбку пониже, чтобы мне видать было вот это его. Мужчина меня, как увидел, сразу улыбался. А что ты удивляешься-то? Я когда первый раз тебя увидел, тоже неделю смеялась, ну... господи. Удивляться она что-то, заулыбался. В общем, нечего тут долго рассусоливать. Девчонки-мальчишки, поздравляем вас с годом козы. Всегда желаем одного и того же девчонкам, чтобы мужики вашей девки уж раз 3-4 в неделю хотя бы. Хотя бы 3-4 раз в неделю домой приходили. Ну что, готовы или нет? Готовы я. Ну давай тогда, поехали. 1, 2, 3, 4 Погоди, погоди, вот этот больно хорош у тебя считалка. Это что за такой язык такой? Английский. Да ты что, вот этот 1, 2, 3, 4 Да. Ты что, языком владеешь прям, да? Я очень хорошо по-английски говорю. Да ты что? Правда, руки устают. А. Понятно. Так вообще лопачу. Ладно, давай, поехали. Поехали. 1, 2, 3, 4 Ой, беда, беда, вот породили беда. А черемушка белая, а что любовь и наделала? Снова вместе перед вами мы, как хлеб и рама. Сейчас споем, как надоела нам телереклама. Белая, а что любовь она делала? Хорошие прокладки, Олвис, прям не знаешь горя. По секрету ей сказал Моисей в Боря. Ты что, остановился? Ты что, цепляйся к нему, а? А что, может, мне не нравится? Ты что, к нему цепляйся постоянно? Мне нравится, как он поет, прям мне нравится мне. Зато как танцует, одеваться, как он, да ты что, как он одеваться-то? Видала, у него здесь все открытое, вот да так. Да ты что, декольтирован? Какой национальности, не знаю. А. Тут открыто у него, тут мох. Да ты что? А ты вот знаешь, как женщина с низким декольте называется, или нет? Не, не знаю. Я тебе скажу, как? Голосистые. Ой, беда, беда, а вот городе беда. А черемушка белая, а что любовь и наделала? Пиво Миллер я люблю, а пью его я кружками. Тот в бане я гляжу, у тебя грудь с веснушками. Что останавливается все время? Он, знаешь, что делал? Он в солярий ходит сейчас. И это вот лежит за город, и друшлак сюда и кладет. Я говорю, зачем ты кладешь? Он говорит, я стесняюсь, не стесняюсь. Физиология у всех разная, понимаешь, ты ведли? Конечно, у тебя такая, у меня такая физиология. Зато не пью, сколько ты пьешь. Ты зачем при людях? Я вообще не пью сейчас. Ты что это? Самогонку варишь? Зачем? Так пью. Ва! Пью. Вот именно хряпаешься с сырой самогонки, пошла по улицам гулять. Дальше тебе, когда красный свет горел на улице, я тебе что говорила? Не иди. Погоди. Погоди, не иди, хоть зеленый зажжется. Погоди. Я способ знаю, как на красный свет ходить. Хочешь, тебя научу? Вот смотри, идешь по улице, глядишь красный свет. Руки подняла повыше вот так и пошла. Зачем руки-то вверх? Как зачем? Чтоб в больнице себе рубашку легче снимать было. Ой, беда, беда, вот городе беда. А черемушка белая, а что любовь наделала? Мой миллионок тракторист, ну а я доярочка. Он в мазуте.
дети, ты в навозе, сладкая вы парочка. Принес с охоты дива егерь наш Андрейка. А, белый заяц с барабаном, взади батарейка. Ну вот чтоб ты понимал в техническом прогрессе. А что мне надо тут понимать-то? Это у него энерджайзер. Чего? В 7 раз длиннее и дольше. А, ба. А? Вот тебе, ей-бог, всю жизнь так подлиннее не да побольше. Не надо мне ничего уж давно, не надо. Не надо мне мужиков, ни шоб, не надо мне. Как это не надо? Другие мечты у меня. Какие у тебя мечты еще, а? Я мечтаю. О чем ты мечтаешь? Честно? Ну, честно. Я мечтаю о кентавре. Ба, это зачем тебе кентавр-то, я что-то не пойму. Ну как? И мужик в доме, и скотина в хозяйстве. Ой, беда, беда, в огороде беда, а черемушка белая, а что любовь наделала? Третий год убрать пытаюсь, желтый я зубов налет. Для твоих резцов, пожалуй, только комет подойдет. Ну а что ты, что ты? Вот скажи, какие зубы у тебя не уже. Раствори гель в воде и пошла натирать зуб-то. А я еще, значит, что слыхала, чтобы зуб сохранить, нужно спортом заняться. Я занимаюсь. Да ты что? Да, занимаюсь спортом я. Что делаешь? Я бегунья. Да ты что, бегаешь? Бегаю. Дорожки посыпаешь, что ли? Чем я посыпаю дорожки? Ну, не знаю я, кремнием. Или, может, алмазами? Откуда я знаю, чем ты посыпаешь? Я просто дистанции бегаю. А дистанции? Во! Ну вот скажи мне тогда, 100-метровку за сколько пробежишь? 100-метровку за сколько? Да. Рублей за 500. Ой, беда, беда, а в огороде ребята, а черемушка белая, а что любовь наделала? А чё это ты, Матрён, сегодня злая, как собака? Зуб сломала я в шарась. Орешком чака-чака! Ой! Беда-беда! А в огороде ребята! А черемушка белая! А что любовь наделала? Я тебя, Матрён, могу раздавить моралью! Аба! Слышь ты, не кипятись! Чайник со спиралью! Ой! Беда-беда! А в огороде ребята! Черемушка белая, а шо любовь наделала? Соло! Рок-н-ролл! Мы это еще... Что прям умеют, а? Молодец ты. Погоди, давай. Что надо, сынок? Кричит прям такой, прям природный. Ты природу любишь сильно? Это, видимо, я... Любишь природу, да? После того, что она с тобой сделала? Ты что, это... Я его год видно. Погоди, давай, не отвлекайся, бабушка. Не отвлекайся. Сейчас ответственный момент. One, two, three, four. Мы не сеем, мы не пашем, все валяем, дурака, с колокольни юбкой машем, разгоняем облака. Дарм-да, у, дарм-да, а, разгоняем облака. Дарм-да, у, дарм-да, а, разгоняем облака. Здорово, подружка. Откуда чалишь? Идешь, еле дышишь.
Сента иду, как ее. С порнушки. Смотрел, что ли? Почему смотрел-то? Участвовала? Активно? У нас группа. Все фанаты ентого дела. Каждую неделю собираемся по субботам и активно занимаемся. Не вредно в твоем-то возрасте, цветочек. Ты что вредно-то? Врачи что говорят? Порнушка полезна для здоровья. Аба. Порнушка укрепляет сосуды, ага, сердце. Ну и настроение, боже. Знаешь, у нас как там весело. Не сомневаюсь. Но чтоб был эффект, так, надо дождаться, чтоб пот пробил. Ага. Пот. Я так делаю. 10 минут порнушка. Потом 5 лежу, минут отдыхаю. В себя прихожу. Ну, понятно. Потом опять туда. И так 10 подходов и 15 минут. 10 подходов, значит. Ага. По 15 минут. Не меньше. Ты же развалишься. Ты что, наоборот, помолодею. У нас одна старуха ходит, 102 года. Батю, едь куда? Ты что? Она у нас заводила. Ну, правда, она не приходит, ее приносит. Ну, естественно. Ну, она так, знаешь, чисто для здоровья. Ясно. Ну, вообще, у нас там люди очень хорошие. Все друг друга любят. Ясно. Слышь, что? Светочек, а ты вот кричишь что-нибудь, вот. Так, это. Ешо! Ешо! Дескать, das fantastisch, мол. Не, я другое кричу. Отдай паркур! Эй! А ну шарь меня! Шарь не жалей! Ой, я не могу! Слушай-ка, у тебя что ж, там постоянный партнер, что ли, что? Не, у нас там человек по 30 собирается. У 30 человек, а? Слушай-ка, ты хоть предохраняйся как-нибудь или нет? Конечно. Я вон шапку на голову надеваю. Так как... Как у шапку. Я говорю, ты об безопасности заботишься хоть или нет? Ну а как же? А как же? Я очки снимаю, а то стекла лопаются. Это вы что ж там такое делаете? Ты шо, уже стекла у тебя лопаются? Тебе перед внучками-то внучками не стыдно? Да ладно, что стыдиться-то? Ой, ужас какой. Я их хочу приучить. Ты что у нас целыми семьями ходит? Ой! Муж, жена, ой, дед, баба, дети, внуки, все семьи больше тут. Ой, Содом и Гоморра. Бали, говорит, Гоморра. Я тебе сейчас расскажу, как у нас все происходит. Не надо, пожалуйста. Ничего страшного там нет. Я не буду слушать. Все приходят, значит, раздевать. Перестань, пожалуйста. Потом, значит, намыливаются. Все, не надо. И давай друг друга вениками перестать. Перестань, пожалуйста. Я люблю, чтобы меня веником отхлестали. Ой, сожрите меня, крокодилы. Я и сама люблю кого-нибудь отхлестать. Все, вот жду не дождусь, когда ты к нам присоединишься. Чё? Во, еще что, выдумала. Совсем что? А что такого-то? Там ничего не надо, надо только со своей мочалки прийти. Вот я видал в кино, один мужик какой-то пришел со своей мочалкой. Потом к нему еще две мочалки присоединились.
Нет у меня никакой мочалки не будет. Отстань, пожалуйста. Ужас какой. Во, а что делать-то? А как же ты без мочалки живешь? У каждого человека должна быть мочалка. Ну ладно, не расстраивайся, я тебе свою дам. Она у меня такая жесткая, шершавая. Тебе понравится, я тебя обещаю. Цветочка, честно говоря, мне порнушка даже очень нравится. Понимаешь, что? Но я только глядеть люблю, только глядеть. Мои любимые фильмы – блокбастеры. «Горячие жеребцы» и «Сантехник стриптизер». Очень люблю я. Всю жизнь мечтал поучаствовать, честно говоря. Ну, записывай адрес нашей парилки. Давай, тихонько только. Подожди, какой парилки? Ты же сказал «порнушка». Ну, какая разница, порнушка, парилка. Вы что там? Улица Зябликова, дом номер 6. Так вы что там паритесь, что ли? А ты чё подумала, а? Вот так всегда в жизни, а? Только близко к мечте подойдёшь, а она исчезает. Баня, 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 дубовый и березовый настой. Баня, 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 кусочек нашей жизни холостой. Да не кричи, ты так сильно-то не кричи, соседи услышат. Ложись. Ой, ну я не могу. Алло. Привет, Матрёна. Здорово. Привет. Я тебе с мобильного звоню. Да ты что? У меня новенькой. О, круто. У меня тоже вот новенькой. Где купила? Ой, да не купила я. Подобрала, у пивной валялся. Обшарпанный весь. Ой. Обронил кто-нибудь? Может, обронил. Ну, а мне что? У меня ж нет никого. Зато теперь мой будет. Ага. А у тебя какой модели? У меня Panasonic. О, у меня тоже поросенок. Грязный весь. Грязный? Ну ничего, отмоешь. Конечно. Главное, чтобы потом работал хорошо. Конечно. Главное, чтобы работящий был. Не то, что мой бывший, ты помнишь? Ага. Ой. А у тебя принимает хорошо? Ой, очень хорошо принимает, Цветочка. Очень хорошо. Я в жизни не видал, чтоб так принимали. Значит, антенна хорошая. Чего? Я говорю, антенна, знаешь, хорошая. Кстати, у него какая антенна, встроенная или нет? Это как? Ну как, встроенная, это когда нет ничего. А бывает такая пимпочка торчит. Погляди, там у него пимпочка торчит. Ты что, с ума что ли сошла? Ну какая пимпочка? Не успел в дом внести, сейчас пимпочки буду рассматривать. А он у тебя большую территорию покрывает. Не знаю, но мне кажется, соседнюю деревню покрывает, это точно. А сколько у него мелодий? Ой, ты знаешь, подружка, в основном одна. Да, вот послушай. Ой, мороз, мороз! Ух ты, полифония! А это что такое? Полифония? Да. Это когда много звуков издает.
А, да, ты знаешь, я дальше вот его когда подымала, ой, такая полифония началась. Ой, там такие звуки. Цветочка шуши завяли в трубочку. Батюшки, а у него роуминг есть? Роуминг? Конечно, есть. А как же без рюминг? И рюминг, и стаканинг, и бутылинг. А почем у него входящие? О, входящие в основном по 100. При мне, дальше 3 входящих принял. А какой у тебя номер-то? Все время вроде первый был. Да нет, я... Про номер спрашиваю, прямой или кривой? Это как это, кривой? Ну, кривой, это когда через 8. Через какую еще? Ой, не могу. Заходчик, у меня из Одессы пошел. Поймаю, перезвоню. Созвоним, смотрю. Туманное утро седое, джин, самогон, спирт, коньяк, оп, пьянение, драка, милиция, водка, сухое. Был у тебя точка, вчера день рождения. Да, много наших вчера полегло. Не знаю, как вот подруга моя, жива ли, здорова ли. Не знаю, где. О. Что жива и вижу. Здорово ли? Это что тут у нас такое? Батюшки, первый бал Наташи Ростовой, что ли? Или это «Не родись красивой» 2006 серии? Цветочка, рассольчику не хочешь? Чего с утра подкалываешь-то? Миленький, если я подкалывал, я бы по-другому сказал. Я бы сказал, вот идет его величество Бодун во плоти. Бабушка видение. Гляди, гляди, гляди. Ты что? Ты? И твоя крыша-то полетела. Ой, стыдобишь, какая баба. Много ты старушка понимаешь. Может, я... Решила принять участие в конкурсе. В каком конкурсе? Мисс Смирительная рубашка, что ли? Или это неожиданность года? Ну чего ты что? Мисс Вселенная. Это ради инопланетян, что ли, ты мисс Вселенная? Гуманоид в корсете. Сама ты. Гляди, видишь, написано. Мисс 2006. Ну, понятно. А 2006 – это возраст участниц, да? Ну, ты можешь подкалывать сколько угодно, понимаешь? Но я все-таки хоть раз в жизни решила почувствовать себя красавицей. Так ты, миленькая, иди в кунсткамеру сходи, встань там и будешь королевой среди экспонатов-то. Ты можешь смеяться, смотря сколько угодно. Только я твердо решила участвовать в конкурсе. В каком конкурсе-то? Гляди, какие там девчонки-то. У них же у всех ты ноги от ушей. У меня тоже ноги от ушей, когда я вон утром в маршрутке еду. А фигуры у них какие, погляди. Какие у них фигуры-то? А у тебя что? Ты же рентген в юбке. У тебя есть это? 90-60-90. Конечно, есть. 90-60-90.
мое давление по утрам. А погляди возраст, у них же там мне старше 20 лет. Так мне вчера ты исполнилось. Сколько тебе исполнилось? 19. Ну, с хвостиком. Хвостик-то в тяне, анаконда. Что, наступит кто-нибудь на улице? С хвостиком. Ничего ты не понимаешь. Ой. Чем вино старее, тем оно вкуснее. Ой. Слышь, ты, уксус. Тебе как в голову пришло в таком конкурсе участвовать? По телевизору объявили. Все желающие, понимаешь, все желающие. Ну что? Могут принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Mm. И приглашаются на костинг. Куда? На кастинг. На кастинг. Ладно, Святош, как говорится, чем бы бабушка не тешилась, лишь бы вовремя похмелялся. Ладно, помогу я тебе. Другой разговор. Ну, лишь вступила ты со мной. Подсоблю. Короче, короче. Для начала тебе надо сделать портфолио. Чего, Лёш? Портфолио. Я женщина скромная, я такими вещами не занимаюсь. Портфолио – это набор фотографий в разных эффектных позах. В позах? Ну? Мне это подходит. Вот. А что надо для этого портфолио? Для этого надо тебя снять. За сколько? На пленку снять. На пленку. У меня фотоаппарат с собой есть как раз. Гляди. Ах ты. Я пока пленку ставлю, ты эффектную позу прими. Сейчас я тебя сфоткаю. Не волнуйся, ты что? Трыруй. Вышла, мне кажется, что не залил сегодня. Что, ставим? Улыбочку? Цветочек. С такой улыбочкой тебе на какой-то другой конкурс надо. Ладно, давай покажи, как на панель пойдешь. Стой, сядь. Как по подиуму костями будешь трясти. Давай, кажи. Кажи. Овца во время землетрясения. А что ты взялась-то, а? Ну, покажи, как надо-то. Гляди. Кажи. Головка приподнята. Глазки опущены. Ага. Грудь вперед. Какую, правую или левую? Все, что у тебя там есть, все вперед. И пошла из-под бедра. Нога должна заходить за ногу обязательно. Поняла. Пробуй. Ты прям это. Клавдия Шифер. Шифер, Шифер. Пробуй давай, пробуй. Не волнуйся. Давай. Не волнуйся. Поглядим. Голову вверх. Глаза вниз. Ну. Грудь вперед. Вперед. Так, чуть-чуть сделаю. Маленько отплять, отплять чуть-чуть, ага, отплять. Нога за ногу. Ну, пошла. Пошла. Господи, Святой. Легче свинью вилкой есть научить, чем тебя ходить. Не ругайся. Не ругайся. Я еще потренируюсь, дай попробую. Ну, давай тренируйся, давай, тренируйся. Пошла? Пошла? Пошла вот сюда. Святочек, не умеешь ты ходить, не умеешь. Ну что ты ругайся-то? Что ругайся? Научи меня еще чем-нибудь. Что научить? Давай подумаем. Вот в жюри кто будет сидеть? Мужчины. А что мужчин больше всего любят? Пиво. Да какую пиво-то? Он эротику больше всего любит. У тебя эротика есть? Не знаю, может, дома есть. Эротика тебе должна быть. Модель, ё-моё. О, гляди-ка, нашла полкило эротики-то. Сочленение. Светочек, мужчина, он и мясо любит. А это масло даже бульон не сварит. Гляди, гляди, гляди. Сколько мяса-то, гляди. Ну что, на, где? На все жюри хватит здесь, вон чего. Ага. Это соевое мясо для диабетика. Больно ты умная. Вот, о, хорошо, что напомнил, что я умная. Там будут разные интеллектуальные вопросы задавать, чтоб ты умом блеснула. Чем блеснуть?
Ну тем, что у тебя никогда не было, короче. Давай я тебе пару интеллектуальных вопросов задам сейчас. Давай, что ж ты. Скажи мне, пожалуйста, что такое? Один глаз, одно ухо и пол пятачка. Не знаю. Свинья из-за угла выглядывает. Теперь скажи мне, что такое? Два глаза, два уха, один пятачок. Свинья высунула голову целиком. Да нет, две свиньи из-за угла выглядывают. Ладно, давай, что попроще я тебе сейчас. Вот скажи мне, что такое два пятачка? Не торопись, сосредоточься, не торопись, думай. Прям напрягись, маленько. Прям напрягайся, хорошо. Еще чуть-чуть, давай. Еще чуть-чуть. Может случиться неприятность. Что такое два пятачка? Это четыре свиньи из угла выглядывают. Два пятачка, это 10 копеек. Ой, вопросы у тебя дурацкие. Извини меня, какая красавица, такие вопросы. Как тебе вообще в голову такое пришло? Цветыш, тебя что ли пускать нельзя? И милицию надо выставить, чтобы ты не прошмыгнул тут на конкурс. Точно, точно. Ты знаешь, просто решила хоть раз в жизни себя почувствовать настоящей красавицей. Да. Ведь каждая женщина мечтает быть самой красивой. Да, правда. Даже если она такая страшная, как ты. Что? Ну, или как я, конечно, тоже. А я тебе так, подругу, скажу. Внешняя красота, она приходит и уходит. А внутренняя, она была, есть и будет. Вот это да. Ой. Дома прям как кукольные, да? А, это Амстердам. Ага. Ой, город солнца и цветочков. Видишь, цветочков. Да не таких, красивых. Сада красотой, но я что-то проголодался маленько. Вот. Где бы нам с тобой перекусить? А вон кафе. Гляди, кафе. Прям хорошее кафе, красиво. Люди выходят довольные, хихикают. Наверное, вкусно кормят. Дай, сядь. Погоди. Что? Я слыхала, что в Амстердаме в кафе в еду всякую ерунду подмешивают. Ты что, больная, что ли? Это столица. Что тебе тут подмешают? Давай пойдем, не бойся. Айда, вот свободный столик. А то ты знаешь прям, садись, да? Я знаю. Ты что, Амстердам? Да и обстановка какая хорошая. Сколько людей сидят. Это ты что? Ты что? Гляди. В центре ты. Здрасте, товарищ неандертальц. Нидерландец. Нидерландовчанин. Голландец. Здрасте, товарищ голландец. Нам бы что-нибудь покушать. Не понимаешь, голландец. Ты погоди, не знаешь ничего по-голландски. Сейчас я что знал, сейчас погоди. Марк Ван Бастен Рутгульд Гусхидинг. Добро пожаловать в наше кафе. Я русскоговорящий официант. Повезло, слышу. Попасть, хорошо. Меню можно поглядеть? Смотрите. А почитать? Читайте. В нашем кафе представлена исключительно вегетарианская кухня. Здесь вы можете без проблем закосить морячка. Заморить косячка. Закусить червячка. Предлагаю взять комплексный обед. Толково. Отличный выбор. Зеленые травяные щи. Земля, прощай. Это что, из щавеля, что ли? Из щавеля. Он так в тарелке щавелится. А на второе это курица? Да, это курица. Это очень хорошо, курица. А что такое вот это?
улетный космический кекос, веселый торчок. А это значит, что после него вы просто улетите? Куда? В космос. Дай тебе дуть какая-то. Самое лучшее в нашем городе. Не желаете ли для начала чашечку чая с травами? Чай мы любим, пожалуй, давайте чайку, пожалуйста. А какие у вас травы? Трава у нас одна, сортов много. Краснодарская хохотунья, рязанская скорбная, ичуйская вырви глаз, уссурийская беспонтовая. Мам, дядь, уже не зуба. Быстренько-то. Гляди, на Фродо похож. Какого Фродо? На Хоббита. А, Властелин колец. Точно. Хранитель, иди. Что будете к чаю? А вот, сынок, что такое обдолбыши? Обдолбыши – это булочки такие с маком. Советую к чаю. Мне два обдолбыша. А мне 4 веселых торчка и 1 пирожок с грибами. Обдолбыш не будешь? Один обдолбыш, давайте еще. Возьму обдолбыш. Проголодал. Сейчас принесу. Давайте. Какой странный у них чай, да? Глоточек выпьешь, и настроение поднимается. Второе выпьешь, и мне опять 20 лет. Третий выпьешь, и... Этим утром птички полетели. А почему они зеленые? Зеленые ж, ладно. Почему они лают? Птичий гриб. Да. Боже, коровка. Коровка, улетина небка, там твои детки кушают обдолбыши. Я тебе говорил, что они в еду всякую ерунду подмешивают. Не валяй дурака, Голландия, что ж вы дурью все маетесь тут? Вас накормим домашней едой. Вот борщец, вот пельмешки с картошкою. То-то будет вам кайф неземной. Хороша ты страна голландская, но душа нас в Россию зовет. Самогонка моя, ты рязанская. Под капусточку полный улет. Ты думаешь, вообще цветочку возьмут в кино от нас? Ну, должны, мы с тобой не ложки. Ну, да. Гляди, долженец. Долженец. Симпатичный. Пойдешь? Пойду. Тихонечко. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, здесь киностудия имени Кислова? Здесь киностудия имени Горького. Горького, уйди. Я помню, товарищ Кислова. Помню, что невкусно. Иди, уйди. Товарищ этой... Мы в кино хотим.
мы хотим сниматься. Угу. А вы до этого уже где-то снимались? Пару раз у гостиницы. Давно в молодости. Давно уже молодые. В эпизодах мы. В эпизодах. Немного, чуть-чуть, в эпизодах. Да, как назывался фильм? «Силиконовые цепочки». Правду надо говорить. Это я не помню такого фильма. Это про птицеферму, что ли? Там тоже эпизодик был у нас маленький. У тебя эпизодик. Ну ладно. Ну хорошо. Так. Значит так, опыт у вас есть, это уже неплохо. На нашей студии снимается сразу несколько фильмов. Так, вот есть мелодрама, тут у нас есть детектив, фильм ужасов. Вот вы, значит... фильм ужасов подходит. Подходит. Угу. Цветочка разденем, и она без грима мумию сыграет, которая возвращаться уже 8-й раз. Так, да? Ну хорошо. Давайте попробуем. Не знаю, я пока. Ну-ка, покажите-ка мне страх. Страх. Угу. Понимаете, страшно должно быть не мне. Страшно должно быть вам. Ну, представьте себе, что вы увидели какое-то чудовище и испугались. Представлять чудовище? Я каждый день вон чудовище вижу. Что мне представлять? Ну, хорошо. Ну, давайте представим себе, что, скажем, цены повышаются. Ну, допустим, яйца стоят 1000 рублей. Десятка! Штука! Вот! Вот! Запомните эти лица! Очень хорошо! Вот! Так, смотрите, специально для вас есть чудесный фильм ужасов. Называется «Нашествие муравьев-убийц». А что делать-то надо? Что делать? Сюжет очень простой. Значит, две бабушки пошли в лес, устали, сели отдохнуть на муравейник. И что дальше? А дальше все. Не, нам такое не годится. Нам надо со словами. Лирическое что-нибудь, мелодрам, сериал. Мы переживать умеем, плакать. Мы плакальщицы. Плакальщицы. Плакальщица, не знаю, вот тут есть фильм «Катастрофа». О, нет, фильм «Катастрофа», я бы желала. Попробуйте меня. Давайте, попробуйте меня. Попробуйте меня. Стоп, подождите. Попробуйте вот меня. Есть. Роль «Катастрофы». Я должна предупредить вас. Я когда вот начинается модельница, я участвую, помню, что надо что-то. Беда у тебя. Ой, скажи ему. Да, зажим какая-то. Зажим какая-то? Да. Забываю слова, нервничаю, когда волнуюсь. Ну, не страшно, здесь всего одно слово. Правда, говорить надо 2 раза. Пожар, запомните? Пожар. Ну, не сложно что-то. Давайте попробуем. Внимание, начали. Огонь! Ой. Стоп. Подождите, успокойтесь. Алик, стой. Нервничаю. Ну, что, цветочку? Давайте еще разик. Пожар. Что? Запомнили? Да. Начали! Горим! Что тут? Что такого сложного? Всего 5 букв. ПОЖАР. Павел, Ольга, Жанна, Анна, Роман. Начали! Павел, Ольга, Анна, Роман, Валера, Николай! Стоп, хватит. Бегите! Где вы их видели? Значит так, тогда будете сниматься в фильме про пожар без слов. Хорошо. Будете дублировать главную актрису в последнем кадре. А что надо делать? Ничего страшного, просто будете вот стоять у столба и все. А у столба стоять, ну, я люблю. Ну ты у столба умеешь, ты что? Как пойдешь, а у как столба? Ну хватит уже, что, не буду. Фискалка. Извини, вторую профессию сказал. Завидуешь, что мне? Ну перестань, что стройная. Как фильм называется? Где у столба стоят? Да. Жанна д'Арк. Ты не знаешь такую писательницу? Нет, я не знаю. Может, детектив? Не знаю я. Товарищ, нам что-нибудь лирическое бы. Мы переживаем, мы плакальщицы. А, ну в таком случае надо просто уметь заплакать в любой момент. Давайте, попробуйте. А что ты ни с того, ни с сего я буду какать? Ну как, ну просто вспомните что-нибудь тяжелое. Утюг, что ли, старый какой? Нет, вы должны вспомнить то, от чего у вас польются слезы, понимаете? Нет, газовый баллончик, слезы сразу. Вы должны вспомнить тот эпизод из вашей жизни, который может вызвать у вас слезы. Что вспомнить, Светок, что вспомнить?
прошу. Простите, а что вы ей шепнули? Я сказала ей, чтобы она вспомнила свою первую брачную ночь. Это она плачет сейчас? У нее такая речь была, не приведи господи. Плачь, плачь. Все, успокойся. Все, зачем я буду рассказать? Все, шикарно. Вы будете сниматься в российском ремейке «Санта-Барбары». Ваша сцена будет в 3157 серии. Съемки серии планируются в 2027 году. Мы вам обязательно позвоним. Спасибо, сынок. Я обязательно доживу. Мы не раз, и цель одна всегда у нас. Разгоним дрему вам и сон, и вместе с вами мы споем. Кривое, мы зеркало кривое. Ты же знаешь, нас ты знаешь, мы с тобою.